Орловские спасатели обучили учителей поведению в чрезвычайных ситуациях накануне их профессионального праздника. В школе номер 2 прошел открытый урок по гражданской обороне. Полученные навыки тут же закреплялись на практике. Учителя не только успешно справлялись со всеми заданиями, но и устроили мини-соревнования. Скорее всего, этому способствовало праздничное настроение. Такие семинарские занятия, вот я бы назвала бы сегодняшнюю встречу семинаром для учителей школы номер 2 города Орла по теме, что же такое гражданская оборона и как научить детей обеспечивать свою безопасность.